Доброго денечка или вечерочка всем. Давайте немножко разберем Farming Simulator Platinum Edition. 15 ноября появится много нового контента для Farming Simulator 22, как и сама новая карта с ее достопримечательностями. Давайте же посмотрим, что же нового нам добавят в игру. Новая карта Silveran Forest состоит из обширных лесов на холмистой, а иногда и сложной местности. На карте расположено более 20 тысяч деревьев, согласитесь, этого более чем достаточно. А также на карте улучшили сезонные визуальные эффекты Silveran Forest, а цвет травы и кустарников изменились и выглядят более достоверно, чем раньше. Теперь во время дождя на дорогах будут появляться лужи. Также будут добавлены новые предметы коллекционирования, которые будут спрятаны в лесу. Появятся новые торговые точки и производственные площадки, в основном связаны с добытыми в лесу ресурсами. Еще одна новинка – железорудный рудник будет автоматически производить железо, которое вы можете загружать и перерабатывать в металл. Фабрика аксессуаров для домашних животных, да вы не ослышались. Представлены две лесопилки с возможностью выгружать бревна прямо в воду, а затем вытаскивать их и перерабатывать. Одним из самых важных пунктов продажи в Silveran Forest является рынок. Здесь можно продать практически все. Новинка, друзья, это контейнерный склад, прекрасная возможность использовать новые транспортные контейнеры. Новые предметы коллекционирования, которые будут выставлены в местном музее после того, как вы их найдете. Чтобы собрать все 20 деревянных фигурок, вам придется исследовать весь лес на карте. Ну и конечно же глобальная стройка американских горок и строительство яхты. На строительство американских горок уйдет несколько игровых лет, так что читерить не получится. Придется подождать, пока строители переработают все ресурсы и разработают американские горки. На верфи будет возможность строить лодку за лодкой и зарабатывать деньги за каждую лодку. Лодка строится довольно быстро, это займет всего пару дней. Ну и плюс большое количество новой техники и оборудования. Новое долгосрочное прохождение «Бешеные бобры» уже скоро.